там меня мучили, издевались надо мной. Так что давайте мы сегодня будем играть Филипп. Ой, я с вами лишненько приветствуюсь. Приветики, господа, с вами ваша любимая Сэмплей и Сюрплей. Давай впервые. Мы заходим. Мы заходим. Больничка, больничка. Все. А я себе выберу вот это. Ты наконец-то проснулась. Слушай, здесь небезопасно. Уже нет. Как долго я пробыла? Подпитаны были галлюцинации, у офицера Доги пропало уже несколько недель. Thank you.
Розовая. Розовая поставила блин. Блин. Нет. Ну что ж, господа, когда ты видишь, господа, когда вы видите, господа, вот так, господа, мне, я хочу вам кое-что сказать. Если вы там увидели возле, господа, когда вы там увидели фиолетовый ключ рядом вместе со мной, то лучше его заберите вот так и понесите вдаль от меня. И возьмите пистолет. Господа, если вы этого не сделаете, я открою фиолетовым ключом фиолетовый замок, и всем будет пипец, и вот будет пипец, и будет всем пипец, даже предатели. Даже всем. Господа, лучше взять фиолетовый ключ, потому что если вы этого не сделаете, ну вы знаете, что будет, вы знаете, что. Надо как-то его обхитрить. Чтобы взять мой пистолетик. Чтобы взять его, надо. Надо его отвлечь мне. Стоят у него как все.
ищи мои прекрасные патрончики. Там я их не буду затрогать. Вот, второй патрон. Буду собирать патроны, чтобы... Понимаете, чтобы выбраться отсюда, надо много патронов. Много патронов, много сил. Господа, я придумала такую кличку. Если вы там оставили такую пословицу, я свою же сделала. Если вы там оставили фиолетовую кличку рядом со мной, лучше его заберите. Ну, вы поняли, что будет дальше, если вы его не заберете, да? Так что можно стрелять. Стрельнули. Можно мой вот этот потрогать вот так. Офигеть. Можно еще один патрон. Но я не буду тратить, я лучше возьму. Пошел. Берем. Я уже взяла. Блин, надо быстрее идти вниз. Молоток. Игра окончена. Но я хоть я не умерла. Вот же был молоток. Вот я. Давайте мы на этом с вами закончим. С вами я была. Ну с вами была я, ваша любимая Саркоплей. Всем бай. Увидимся в следующих сериях. Еще. Второй раунд. Привет, сын, ну и что? Сегодня мы поиграем в моем... На моем же аккаунте. Сейчас я вам покажу мой аккаунт. Он называется Бетти. Господа, кстати, мой аккаунт называется Бетти Доллар. Да. Если я сразу же проигрываю в этом же... Три от третьего уровня, если я проигрываю на третьем уровне, я сразу же все. Это я вас наконец-то будет на больнице. Хоть в больнице, значит,
кем ты появляешься, с моим другом. А у меня его нет. Когда у тебя нету друзей, прекрасно. Давай уже. Выпускай. Ай-яй-яй-яй. Я сейчас приеду. Так. Что это был за звук? О нет, мне нужно срочно убираться отсюда. Где тут это? Опять там кто-то там шумит. Шумит. У меня такой скинчик такой. А, свинка проснулась. Давай. Оу! Только что там прыгала. О, как она прыгала! Опять лаганула, опять! Зи! Блин, осталось только два предмета. Только я не знаю, где они. Опять лаганула, вы только что видели.
там лагает, и мама там шумит. О, ключик. А, он мне не нужен. Теперь самое важное. Теперь. О, сезон закончится. Ну давайте мы в финальном третьем раунде. Не знаю, это третий. Третий. Сейчас пи со всеми играми. Ладно, моем втором аккаунте. Так тихо. Может кто-то из нас передает. Нет! Девочку били! Нет! Не надо. Не няня, дядя. Не. Вот, все уже открыли. Профессионал в своем деле. Девка. Девка, что с тобой? Почему ты в розовом и в прическе? А в ну зачем? Давай сбежим отсюда. Девочка. Или мальчик. Господа, если честно, может это быть мальчиком. Господа, есть многое такое, что мальчик, возможно, переоделся в девочку не просто так, а чтобы попранковать девочек. Или же мальчиков, да. Чтобы мальчики поняли, каково это быть нами. Нет. Что я такое несу? Я имею в виду, господа, если честно, надо любить свой пол. Господа, если честно, я люблю свой пол. И люблю, какая я есть. Надо любить, какой, какая ты есть, да. Или какой. Я какая, которая я есть. Так, если честно, я, господа, я не лесбиянка. Я не бексуал. И, господа, если честно, я не бексуалка, я натуралка. Я натурал. Ой, есть такая песня, знаете, какая? Я натуралка, я натурал. Для мальчиков это натурал, а для девочек это нарту. Господа, знаете, кто я? Я натуралка, я натуралка. Ой, это плеер! Мамочки мои родные! Почему она движется? О, ключи. Зачем она движется? Что с тобой не так? Дай угадай, кто у меня. Обманули дурака на 4 кулака. Просто чита! Читак! Я читер! Я читер! Уху! Сидим! Наслаждаемся просто жизнью! Есть! А там яйцо! А там яйцо! Ой! Это яйцо! Оу май гад! О, привет! Как я сюда забралась? Перематка. Привет! Привет, как дела? Как настроение?
Уйди, уйди. Она может меня убить через стенку. Здорово. Ты мне поставила капкан. Да я с этого не выйду. Я с этого не выйду. Как же. А Пики, кстати, сюда не может забраться, как мне по мне. Как же. А я проверю свою дамость. Может она меня взять или не может с этого взять. Я не застряла просто. Тихо, главное не упасть к ней, прям на капкан. Она прям там прыгает. Есть прям. Иди сюда. Есть прям план просто, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, у меня это просто такой. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Давай, давай, бей меня, давай. Не-не-не. Да нет, иди сюда просто. У меня есть такой идеальный план. Она прям такая там такая стоит, а я такая стою. Oh my goodness! Давай, девочка, девчуля. Я как так сюда забралась, мне просто ничего не делать. Ничего. Ну что же, господа, если честно, я шиперю София Фавор и Грегори. Господа, я шиперю София Фавор и Грегори. Наверное, все их шиперят. Я шиперю София Фавор и Грегори. Я шиперу... Ай, шипит София Фавор и Грегори. Это очень... Это ист cute ship и beautiful ship. Я сказала, я шиперу София Фавор и Грегори. Это очень миленькая парочка и очень миленький шип. Красивая пара, да? Мотолком только не забивай! Это мой дом, да! С фиолетовым ключом, да. Сейчас я... О! Выше! Она просто не сдержалась и вышла из игры. Потому что... я сейчас напишу... Hello... Привет! Hello! Привет! Это я, Бетти Нор. Я только что... Господа, я только что... Знаете, что я написала? Я написала «Hello, привет!» Я это сдвину, когда я буду вам писать, потому что... На приветствие я буду вести вот так. А когда я приветствуюсь, эта камера будет вот здесь стоять. О! О! Ма! О! Один умный чел! Так. А, у меня зеленые глаза. Нет, у меня голубые. Он просто использовал мой чит-код! О май гад, короче, буду тут сидеть. Иди отсюда! Иди! Давай, бери! Бери! Что ты делаешь? Что ты творишь? Козёл! Козёл! Козёл, иди отсюда! Весь план. Та-та-та, та-та-та. О! Весь план просто такой идеальный. Идеальный, блин. Иди сюда, блин. Тут, блин, прям все, давай. Это мой. Так, кто там взял? Вы теперь будете, мы теперь будем тут с вечной стоять. Я сейчас вам покажу мастер-класс. Кабре. Это прям легко. Я ухожу отсюда. Потому что это так нечестно, я потом... Ой, мальчик и девочка, давай, открываем. О! О! У меня красное яйцо. У меня красное яйцо. У кого там зеленое яйцо? У меня красное яйцо, как моя шляпа. Давай, косточку. О, давай, давай, давай. Да это гаечный. А, я подумала, что это кость. Прекрасно. Давай, беги. У тебя, ты же, отсутствует Джордж. Давайте. У кого тут? Ага. Я пойду в том же сходом. Ты зачем за мной бежу? Я что, я знаю, где... Фиолетовый ключик. Фиолетовый мой ключ. Бери яйцо. Красное или фиолетовое. Я знаю, куда идти. Я знаю, куда идти. Я вас спасу. И спасатель. Кость! Прекрасная кость. Можно пожевать ее. Я вас все спасу.
Пошел, поехал. Все. Сейчас. А, молодец. Давай. Ты уже забрал? Там два яйца. Ты что наделал, бич? Давай. Есть просто план. Да нет, ты что творишь, блин? Да ты чё? Надо именно вот так. Что за хрень? Меня только что ливнули, блин. За что? Угу. Гляньте. Весь этот? А, нету интернета. Угу, нету интернета. У меня ливнул. Я же не нажала, ладно. Потом будет четвертый. Я почти что выиграла. Но хорошо, что засняла это действие на камеру. Всем, ну почти не бай-бай. Будет еще четвертое. Я буду играть именно на своем же, моем втором никнейме. А потом будет пятое. Я буду опять на этом же никнейме играть. Так что...